Илья Александрович Каверзнев, советский и российский художник. Биография. Родился в 1962 году в Риге в семье политического обозревателя советского телевидения Каверзнева. Окончила МГАХ имени В. И. Сурикова. В 1993-1997 годах прошел стажировку в творческой мастерской живописи Российской академии художеств. Творческая деятельность. В творчестве Ильи Каверзнева присутствуют элементы современного и классического академизма, основные жанры, религиозные сюжеты, портрет, натюрморт и пейзаж. В 2003-2006 годах художник занимался воссозданием интерьеров иконостаса и росписей храма Софии, Премудрости Божьей у Пушечного двора в Москве. С 2002 года является членом объединения «Русский мир», в которое входят представители классического направления русской живописи. Выставки творческого объединения «Русский мир» проходили в Москве 2002-2004, Мюнхене 2006, Ватикане 2007. Работа Ильи Каверзнева находится в музейных собраниях и частных коллекциях России, Германии, Англии, Италии. Объединение «Русский мир». В состав творческого объединения «Русский мир» входят художники Николай Анохин, Сергей Смирнов, Илья Каверзнев, Николай Третьяков. Награды и премии. Премия Ленинского комсомола за роспись Псковской областной детской библиотеки на сюжет сказок А.С. Пушкина. Галерея.